Я думаю, так как это мина, лучше бы она делала. Ну, вот они записали какую-то песенку. Ну, да и ладно. А вместе с ней у нас была вот такая вот, такой вот, вот такой вот конструктор. Мягкий. Это хорошо. То есть, когда вы на нее наступите, это, возможно, будет не так больно. Я представляю, сейчас лего начнут валяться, это будет вообще ужас. Вот, полнейший ужас. Значит, смотрите, дверка открывается в одну только сторону. Запаха никакого криминального я не чувствую. И, собственно говоря, судя по картинке, ну, видите, можно прям вот очень много-много-много-много разных вариантов собирать. Ребенок сам разберется. То есть есть кирпичные стены. Я думал, может, полы с этого можно сделать. Нет, это все-таки стены. Вот, вариантов куча. Но заказывать лучше, наверное, сразу несколько, потому что один, ну, как-то маловат. Учитывая, что стоит недорого, ну, а что нет, пускай вроде как развивает все это дело ребенка. И крайне полезно. Есть разные цвета. Одну стену зеленый, другую желтый, белый. Вот. В общем, вот такая вот новая часть моего раздела. Да не часть моего раздела, а новый товар в разделе «Товары для детей». Так, давайте посмотрим что-нибудь взрослое.